Сегодня в России отмечают День учителя. Это профессиональный праздник всех работников сферы образования. Губернатор Виктор Толоконский поздравил учителей и вручил лучшим знаки заслуженных педагогов края. Звания получили 50 преподавателей школ, гимназий, техникумов и колледжей из разных уголков края. Среди них Норильск, Енисейск, Минусинск, Шушинская, Абанский, Шарыповский, Каратузский, Рыбинский районы и другие. Виктор Толоконский поблагодарил педагогов за труд и отметил, что во многом от них зависит то, насколько успешно государство будет решать будущие задачи. Примите и поздравления, и благодарность, потому что еще в обществе есть устойчивое понимание, что люди в вашей профессии – это самое главное, самое важное. И это действительно так, потому что какая бы ни была техника и технология, как бы далеко не уходили вперед, потому что технологический прогресс, все равно все зависит от человека. От того, что вы создаете во всех уже поколениях, создаете каждый день, каждым уроком, каждой встречей, каждым словом, каждым поступком. И это очень важно. 34 года я проработала в школе. Моменты были сложные. Я однажды уходила из школы, потому что этого требовал долг семьи. Но вернулась и очень счастлива, что это сделала, потому что судьба мне подарила выдающихся, ярких, изумительных детей. Вообще других, наверное, детей не бывает. Главное мне все это рассмотреть. Ты всегда в драйве. Тебе нужно обязательно работать так, чтобы им нравилось, чтобы они понимали, что они делают важное дело, это большой труд. И когда ты вдруг видишь какой-то осязаемый результат, да, ты на облаках.